500 ультрафиолетовых ламп обеззаразит очищенные сточные воды левобережной части областного центра. На очистных сооружениях левобережья построили станцию ультрафиолетового обеззараживания. Новая технология позволит добиться более высоких показателей очистки сточных вод. Основа работы этой станции – это лампы с ультрафиолетовым излучением, которые подобраны на производительность сооружений. Они имеют очень большую эффективность против вирусов, в том числе то, что не имеет хлор в достаточном количестве. С апреля здесь возвели здание, в том числе его основную подземную часть. Оборудование также установлено и готово к эксплуатации. Оборудование уникальное. Производство российское. Уникальность в том заключается, что ультрафиолетовая лампа опускается вниз в землю на расстояние 6-7 метров. Следующим этапом работ станет реконструкция сооружений биологической и механической очистки, строительство дополнительных емкостей, внедрение технологии обезвоживания осадков. К аналогичной реконструкции очистных сооружений правобережной части Ульяновска городская администрация планирует приступить в 2021 году.